Новый сезон в Русском драматическом театре готовит много сюрпризов, и начнутся они уже в день открытия. Спектакль «Любовники по выходным» будет не совсем обычным. Какую изюминку приготовил режиссер-постановщик Сергей Самарин, раскрывать пока не будем. Скажем одно – скучать зрителям не придется. Попытались сделать такой, знаете, некий, сейчас очень модный комикс. Потому что как бы тут вся ситуация такая комичная довольно-таки, поэтому такой комикс. Все нарисованное, декорации нарисованы, жизнь нарисована. С этой командой очень приятно работать. Работать приятно, потому что они что-то ищут, они приносят. Они каждый день, как уже, то есть, говорю, не было, вот сыграли, по-моему, спектакль 4 раза, не было ни одного одинакового спектакля. Потому что они что-то каждый раз пытаются друг друга где-то там, ну, маленечко подстегнуть, там, ну, где-то расколоть. То есть такие вот эти вещи, то есть что-то новое, новое постоянно, вот в этом, наверное, интерес. Актерский состав, конечно, очень хороший и работается легко, интересно, задорно. Постоянно ждешь, что что-то сейчас будет. Вот это вот самое интересное. И, наверное, в нашей профессии это самое главное. В 87-м театральном сезоне зрители ждут как полюбившиеся спектакли, «Кьёджинские перепалки», «Мои любимые тетки», «Мертвые души», «Горе от ума», «Ревизор» и многие другие, так и новые. Спектакль «Васса» с Зинаидой Павловой в главной роли выйдет к юбилею народной артистки Мордовии и заслуженной артистки России. А 13 октября она будет читать Ахматову в черной комнате театра. Там всего 50 мест, и значит, стоит поторопиться с покупкой билета. В течение сезона не раз порадует премьерами и черная комната, и большая сцена театра. Естественно, будет новогоднее представление, как всегда, елочки у нас в нашем зрительском фойе. И новая зимняя сказка. А после Нового года вы увидите спектакль «Недоросль». Мы надеемся, что это все-таки будет, ну, комедия, скажем так. Еще одна предстоящая новинка – спектакль «Дорогая Елена Сергеевна» в постановке молодого режиссера и артиста драмтеатра Михаила Зверева. Как вы уже поняли, сезон обещает быть насыщенным. Постарайтесь ничего не пропустить. Я хочу всех поздравить с тем, что наступает наконец новый театральный сезон. От души желаю нам отличных зрителей, а нашим зрителям отличных постановок. Открытие сезона для нас – это всегда праздник. Это праздник для зрителя. Мы всегда его ждем с нетерпением. И всех ждем, зрителей, к нам на спектакль. Людмила Чекал, Александр Данилов. Наши новости.